Дисбаланс гормонов в организме влияет на обмен веществ, может нарушать работу органов репродуктивной системы и даже стать причиной бесплодия. Сегодня предлагаю разобраться, в каких случаях происходит гормональный сбой у женщин и чем вообще опасен высокий уровень тестостерона. Гормоны – это биологически активные вещества, которые перемещаются по телу через кровоток и выполняют роль сообщения между различными органами и тканями. А за уровнем гормонов в организме постоянно следят особые отделы мозга. Вы видите их на экране – это гипоталамус и гипофиз. Давайте узнаем, в каких случаях происходит гормональный сбой у женщин. Одним из проявлений гормонального сбоя является нарушение менструального цикла. Причины, по которым это может происходить, это стресс, авиаперелеты, изменение массы тела, его недостаток, либо избыточность. Также это могут быть гинекологические, эндокринологические нарушения. На самом деле гормональный фон очень чувствительный. На него влияет возраст, физическая активность, обмен веществ и общее состояние здоровья. Дам подсказку, по каким симптомам можно распознать гормональный сбой в организме. Это шелушение кожи и ломкость волос, акне и нарушение стула. Тестостерон в женском организме отвечает за рост костей и работу репродуктивной системы. Несмотря на небольшое количество этого гормона у женщины, при его снижении или повышении могут начаться проблемы со здоровьем. А вот чем может быть опасен высокий уровень тестостерона у женщин? Тестостерон – это стероидный половой гормон, который образуется в минимальном количестве у женщин в яичниках и надпочечниках. Повышенный уровень тестостерона, либо по-другому гиперандрогения, встречается при таких заболеваниях, как синдром поликистозных яичников, врожденная дисфункция коры надпочечников, а также при гормонопродуцирующих опухолях. Гормональный фон женского организма – это очень сложная система. Если же произошел сбой, паниковать не стоит. В первую очередь врач назначает гормональную терапию, исходя из индивидуальных показателей. А дальнейшее лечение зависит от результатов обследования. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.